Ну, очень вкусно. Блинчики с творогом и с брусничным вареньем. Все для меня делает моя жена красавица. И не успеваю все поедать. Всем привет! Сегодня готовлю фаршированные блины. Для этого нужно, конечно, испечь блины. А начинку в блины я заворачиваю так. Начинку берем по вкусу. Творог, фарш, кто что любит. А можно сделать так, положить блин в сковороду. Я разрезала маленькую сосиску пополам. С одной стороны кладу сыр, с другой брынзу. И вот так вот заворачиваю. Едим мы такие блины руками, не разрезая. Ну, интересно посмотреть, что же получилось внутри. Получился вкусный перекус. А можно сделать так. Сделать квадрат из сыра. Остальное все так же. Желаю приятного аппетита, будьте здоровы, счастливы, до следующей встречи!